Не шумите, тише, спит ребенок, сын Марии, Божий сын, наш царь, и почти не видно из пеленок маленького детского лица. Хлев обычный, очень мало света, разумом такого не понять. Господи, ты в яслях? Как же это? Ты оставил небо для меня? Твоего рождения не заметил мир, обремененный суетой. Иисус, никто тебя не встретил, почести не воздал никто. Миновал ты царские палаты, где родиться Богу на земле? Только ясли, овцы и огнята, в поклонение пастухи с полей. Спит младенец солнца правды вечной, тот, кто грех мой на себя возьмет. Я, чтоб в хлев войти, сгибала плечи. Дверь была узка, был низок вход. И теперь я здесь, Мария рядом, спящего ребенка сладок сон. Пусть поспит, будить его не надо, далеко еще Голгофский трон. Иисус родился для распятия. Ясли — это на Голгофу шаг. Перед чудом Божьей благодати преклоняется моя душа. Ясли для того, чтоб стать к нам ближе, в плоти человеческой прийти, в крохотном ребенке Бога вижу. Он родился, чтоб меня спасти. Я молюсь, и вновь ищу ответа, задаю Спасителю вопрос. Господи, ты в яслях? Как же это? Как ты человеком стал, Христос? Если бы ты в царский углу чертогах, кто бы во дворец меня пустил, колыбель твою рукою трогать? Но такой доступный в яслях ты. Я могу, стоя здесь на коленях, сон твой безмятежно охранять. Ты родился, ты мое спасение, ты оставил небо для меня. Дверь открылась. Кто там? Заходите. Но не громко пусть стучат сердца. Спит ребенок, тише, не шумите. Это Иисус, Господь, наш Царь.